Я приветствую всех любителей спорта, с вами Дмитрий Гамбоев, и вот что вы увидите в 91-м выпуске Лиги Чемпионов. В физкультурно-спортивном комплексе состоялся открытый кубок Бурятии по дзюдо. Расскажем о фестивале смешанных единоборств. Посмотрим обзор матчей Кубка Бурятии по мини-футболу. Открытый Кубок Республики Бурятия по дзюдо на призы депутатов Народного Хурала прошел 2 марта в физкультурно-спортивном комплексе. Посмотрим, как проходили соревнования, послушаем участников и организаторов. Эти соревнования очень как бы престижные уже. Первый раз проводят, но они очень серьезные. Прибыло много команд, участников 350 человек. Это как бы для такого уровня это очень серьезно. Схватки у старших юношей. Разрешена вся техника, болевые, удушающие, как бы до сдачи. У младших юношей 2005-2006 год два в азаре, как бы сказать вам. У них нету бросков с колен, у них нету удушающих. Вся техника, которая на излом идет, у них как бы запрещена. Идут только у них оценки, либо на спину бросили, это оценка япон. На пол спины, это оценка в азаре. Если бросают на целую спину, это оценка и пол. Если два раза на бок, это оценка 2 в азаре, это авасет и пон. Схватка может продолжаться бесконечно, пока либо кто-то не сделал бросок, либо не довели до пассивности соперника. Прям бесконечно может продолжаться? Да. То есть могут люди бороться и стареть? Минуты, и 25, и как бы последний был такой момент на чемпионате мира. Боролись 27 минут в голден скоре, чтобы вывести как бы победителя. Победу одержал Липаев Михаил Ангар. Татами номер 4 приглашается Финькович Лагойда. Турнир большой, серьезный. Считаю, все соперники хорошие, отличные. Как вам дзюдоист из Бурятии? Ну, я сам лично не боролся, несмотря на схватки, то, что сильные, мужественные все. Чего хотите сами вообще в дзюдо? Ну, добиться хороших вершин, да, высокие что-нибудь получить, да. Что из что-нибудь хотите получить? Ну, высокие награды, мастера спорта выполнить. Я приехала из Иркутской области, Усольского района. Занимаюсь уже как 3 года. Мне очень нравится этот спорт, потому что он выносливый, мне нужно побороть себя, узнать о нем побольше, и много нужно... В жизни помогает, жизни, наверное. Пригодится. Да. Сильнее становитесь, да? Да. Ну, какие планы? Я хочу вырваться вперед, победить занять первое место и... И потом на следующих соревнованиях занять тоже первое место. Да. Турнир мне понравился, ну, конечно, я проиграл. Но я еще буду стараться бороться. Но без поражений не бывает побед, да? Ну. Откуда ты? Где тренируешься? Кто у тебя тренер? Я тренируюсь в Улан-Удэ, клуб Япон. У меня главный тренер Елена Сергеевна Киселева. Ну, хорошо она тебя тренирует? Да. Хорошо. Ну, какие планы? Ну, я хочу стать чемпионом спорта. Я буду тренироваться ущербно. Как усердно будешь тренироваться? Ну. Любишь дзюдо? Ну, я с детства люблю бороться. Почему любишь бороться? Ну, не знаю, для меня это задорно, весело, интересно. Турнир по дзюдо, Кубок Республики Бурятия на призы депутатов Народного Хурала
мы проводим нынче под таким наименованием. Раньше он назывался соревнование на первенство ШОСМ. Да, он войдет у нас в Лепту как ежегодный турнир. Этот первый будет, на следующий год планируем второй провести. В дальнейшем мы планируем его перевести под статус всероссийский турнир. То есть статус всероссийский, он ведет и звание можно выполнить, кандидат, мастера спорта, мастер спорта, Там, в том числе отбор на Россию можно, на официальное первенство России можно получить прямо здесь. То есть это влечет за собой и дополнительные возможности, и дополнительное количество человек будет приезжать, На данный момент у нас собралось максимальное количество человек. Сегодня это 350, если ошибаюсь. Участников. Этот турнир является всего лишь очередным этапом, то есть набор спортсменов, получение разрядов, званий спортсменам, присвоение. Также идет следующая подготовка первенства Сибирского федерального округа, она в сентябре пройдет, это у юношей. Вот сейчас они как раз борются здесь, то есть приехали ребята из Иркутской области, идет конкурентная борьба, в следующий раз они встретятся уже на первенстве Сибири. Планируем также выставить массовую команду на первенство Сибирского федерального округа, пройдет Кемерово в сентябре. Я как человек, как родитель, как молодой отец могу сказать, посоветовать, что если вы хотите реально воспитать своего сына, настоящего мужчину, то есть если вы хотите увидеть на нем такие качества, как трудолюбие, дисциплина, такие характер, воля, уважение старших, то я бы посоветовал вам отдать именно в этот вид спорта, это дзюдо и самбо, то есть два вида спорта взаимосвязаны, он вырастет таким, как вы хотите. В Улан-Удэ состоялся фестиваль боевых искусств. В нем приняли участие 24 федерации спортивных единоборств и боевых искусств республики. Кульминацией фестиваля стали 6 поединков титулованных спортсменов с разных уголков земли и наших бурятских бойцов. Первый бой прошел по правилам кикбоксинга. Участие в нем приняли призер чемпионата России Владислав Буентуев и чемпион первенства Европы Сайдаш Тангулов. Второй бой по правилам бокса. Здесь сошлись чемпионы СФО Радна Цибиков и Хорен Маргарян. Бой по правилам боевого самбо. Соперники – чемпион мира Байзгалан Ирдынеев и победитель этапа Кубка мира Темуджин Байзгалан из Монголии. Тэквондо – четырехкратный чемпион мира Евгений Ацимик и победитель международных соревнований на самбояр Салмон из Монголии. В бою по правилам тайского бокса встретились победитель Кубка России Бато Бадархаев и боец из Таиланда Санганда Рачанон. В завершении вечера на ринг вышли профессиональные бойцы ММА Вадим Бусеев и победитель международных турниров из Китая Лиу Фан. Марта в поддержку строительства Ледового дворца в Улан-Удэ несколько сотен любителей спорта стали зрителями хоккейного матча с участием звезд российского шоу-бизнеса и сборной команды Бурятии. Матч прошел на хоккейной коробке центрального стадиона. Уровень очень достойный, играют командой, ярко выделенных лидеров нет, вся команда ровненькая, поэтому дисциплинированно играют, в защите тяжело приходится. Придумываю что-то, и поэтому такой гол немножко нестандартный получился. Подловили, а так игра равная, даже где-то инициативу отдаем. В итоге матч завершился победой гостей со счетом 9-2. В спортивном зале «Юность» прошел турнир среди детских команд по баскетболу. В первые дни весны наши тренеры организовали турнир среди девчонок 2008 года рождения. Приняли участие команды Гусиноозерска, ангарские команды и наши команды 2008 года рождения и 2009 года рождения. Очень неплохой получился детский турнир, много родителей. Вчера даже был организован матч пап. Достаточно интересно было. Побольше, наверное, таких турниров проводили.
«Локомотив» – победитель первенства Республики Бурятия по футболу «Зимний мяч» 2018. В финале «Локомотив» обыграл студентов из БГУ со счетом 3-0. В матче за третье место «Энергия Бурятия» была сильнее «Лимонада» и заняла третье место. Очередной триумф бурятских спортсменов на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа Кубок Сибири по тэквондо в городе Омск. В этом году турнир собрал рекордное количество участников – 1010 спортсменов из 6 регионов. Сборную Республики Бурятии представили 26 спортсменов из Улан-Удэ, Волгинского и Селенгинского районов. Нашими тэквондистами было завоевано 16 золотых, 15 серебряных и 10 бронзовых медалей. Также представители Союза тэквондо Бурятии готовятся к чемпионату Европы, где за сборную России выступят 7 наших спортсменов. Сборной я уже нахожусь второй год. В прошлом году я отбиралась на чемпионате России, в этом году сделали отбор на Кубке России. В прошлом году я участвовала в международных соревнованиях. Это чемпионат Европы в Болгарии, а также чемпионат мира в Ирландии. Мне очень нравится, коллектив сборной у нас дружный, все друг друга поддерживают. Я очень надеялась попасть в сборную, ехала с твердым намерением попасть, и было очень трудно пробиться. Соперников много, все разные. По итогам Кубка России мы отобрались в сборную. Всем было трудно, конечно, все старались, все надеялись, но, к сожалению, не у всех получилось. Сейчас мы собираемся на чемпионат Европы в Словению. Едет 7 человек, мы тренируемся. В начале апреля поедем на сбор в Москву. Будем тренироваться уже всем составом, всей России. Я желаю всем усиленных тренировок, чтобы в дальнейшем они смогли отобраться в сборную, больше трудились. Всем остальным тэквондистам желаю удачи на соревнованиях в будущем, чтобы смогли выиграть и поехать на крупные соревнования. На данный момент я попал в сборную России тэквондо, отобрался на Кубке России по спаррингу. В категории у меня было 16 человек, и я стал третьим. Я очень рад, что я в сборной России. Я буду выступать в категории до 50 кг по спаррингу. На данный момент наша сборная России находится 68 человек. Я желаю остальным тэквондистам тренироваться и не пропускать. Вообще в этом году у нас в состав сборной команды России попало 8 человек от Республики Бурятия. То есть это для нас был, скажем, план максимум, да. У нас никогда такого не было, чтобы такое количество ребят отбиралось на международные соревнования. Что касается первенства Европы и чемпионата Европы, который будет проходить в Словении в апреле месяце, то мы сейчас ведем усиленную подготовку. Наши ребята занимаются каждый день в режиме одной, а то иногда и двух тренировок. И перед выездом на чемпионат Европы еще будет сборы в Москве. Конечно, это для наших ребят колоссальная нагрузка и эмоциональная, и физическая. А для их родителей это в том числе и финансовая нагрузка. Конечно, безусловно, нам помогает Министерство спорта, но тех средств и то количество людей, которые планировалось изначально, что поедет на чемпионат Европы, то есть мы не предполагали, что будет 8 человек. Поэтому сейчас, конечно, нам хотелось бы побольше финансовой помощи, да, от государственных органов, от коммерческих структур и так далее. В Кубке Бурятии по мини-футболу стартовал второй этап. Здесь путем слепого жребия определились следующие пары соперников. Постер БМП, Динамо СЛНГ, Бичура ЛВРЗ, СК Радар ХЖНГ, МВ Групп Торговый дом Барис, Лимонад Бурят Энерго и Автофильтр Тивиком.
На этом этапе команда выходит в следующий раунд по итогам двухматчевого противостояния. И в следующий этап уже вышли такие команды, как MV Group, TV.com и Лимонад. MV Group два раза подряд обыграл Барис, TV.com проиграл Автофильтру во втором матче 0-3, но прошел дальше за счет того, что выиграл первый матч 6-1. Мы же подробно остановимся на втором матче Лимонада и Бурятэнерго. Первую игру Лимонад выиграл со счетом 4-2. В ответной встрече Бурятэнерго забили первыми, однако потом пропустили глупый гол в свои ворота. Это был так называемый на футбольном сленге привоз. Спустя 5 минут «Бурятэнерго» пропускает в свои ворота не менее курьезный мяч. Прошло еще 5 минут, и «Лимонад» кладет ворота синих со штрафного третий мяч. Дальше ворота «Бурятэнерго», которые выпустили вместо голкипера полевого игрока, залетел и четвертый, и пятый гол. Отлично проявил себя новобранец команды «Лимонад», шестой номер Ринчин Ангархаев. Победа «Лимонада» 5-1, и мы поздравляем ребят с выходом в следующий этап Кубка Бурятии. Ну, игра сами видели, как бы была тяжелая. Было две игры. Первую игру принимали в гостях, выиграли со счетом 5-2. Ну и нужно было просто постараться удержать этот счет. Да, команда у нас, соперник был тяжелый, неуступчивый. Ну, мы как бы постарались, выложились. Ну, результат налицо. Мы будем продолжать в том же духе, как бы стараться, ну, не подводить в себя, свою команду, своих болельщиков. Ну, благодарим нашего спонсора «Лимонад» за активное участие в нашей спортивной жизни. Спасибо всем. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите «Лигу чемпионов» в четверг в 18:30, повторы программы в 8:30 в пятницу и в 10:30 в субботу. Для пользователей интернета программа имеется и на сайте нашей телерадиокомпании. Союз тэквондо Республики Бурятия в течение 20 лет готовит победителей и призеров чемпионатов России, Европы и мира. Запись по телефону 20 55 75. Стань лучшим, тренируйся с лучшими. В пиццерии «Манхэттен» акция. Покупаешь две пиццы, третью получаешь в подарок. Кроме этого, у нас самые вкусные роллы, бургеры, дёнер. Приходите и попробуйте. Мы находимся по адресу улица Смолина, 79. Заказать доставку можно по телефону 33 33 16. Сеть кафе и столовых «Лимонад» теперь и на Хасанам-Сараева 7. Готовим только из свежих ингредиентов, собственных фермерских хозяйств, экономно, полезно и экологично. Для приверженцев правильного питания есть особое меню, а также домашняя рецептура питательных блюд европейской кухни. Приходи к нам в гости, вы почувствуете себя как дома. Просто столовая «Лимонад». Просто три адреса: Суховатора 7, Ключевская 54В и Хасанам-Сараева 7. СТО «Гайка». Ремонт амортизационных стоек качественно и недорого. СТО «Гайка». Комарова 105, телефон 630-914. Хотите быстро научиться играть в волейбол? Найти свою команду и участвовать в турнирах? Волейбольный клуб «Уолл Тим» приглашает всех на вечерние занятия. К вашим услугам профессиональные тренеры, наставники команд высшей лиги. Записывайтесь по телефону 8-924-394-88-88. Волейбольный клуб «Уолл Тим». Научим играть, научим побеждать.